А. Я? Да и мы идем, как дети, будем прыгать. Задом ко мне, передом, быстренько. Мне как тарелочка больше всего лестница такая хорошая. Что я собрался перегрызать? Геда. Разве в такой торжественный момент можно что-то перегрызать? Здесь надо торжественно, Геда, запоминай, перерезать эту веточку. Чебурашка, Деда, ребята, посмотрите, какое чудо нам прекрасное сделали, чтобы мы могли играть, веселиться. Еще одна в городе площадка появилась, где можно здорово проводить время. Согласны? Хотите? И вот поэтому ни ты не перегрызешь, ни ты. Я дам это ответственное задание человеку, который сделает это красиво. Согласны? И это, дорогие друзья, конечно же, вы его знаете. Игорь Николаевич Пряников. Давайте попросим его громкими аплодисментами. Да, добрый день, уважаемые участники сегодняшнего торжественного мероприятия. Мы сегодня открываем нашу набережную, которая у нас, вы знаете, соединяет придомовые территории, набережную дом 5, набережную дом 3. Проект данного участка нам разработал департамент архитектуры Магаданской области под руководством Долгой Натальи Юрьевны, которая в свое время проживала в Сусумане, работала. И мы благодарны данному департаменту за ту красоту, которую они выложили на бумаге. Ну и в последующем благодарим правительство Магаданской области, непосредственно губернатора Магаданской области Сергея Константиновича Носова за то, что они нам оказали помощь в реализации данного проекта. Ну и как бы мы его реализовали без помощи нашего подрядчика, без которого я не могу перерезать эту ленточку, эту Умару Закир Шадей, за что нам... Мы хотим выразить вам особые слова благодарности. Пожалуйста, Закир Шадеевич. Да. Данный проект реализуется в рамках выполнения плана социально-экономического развития субъектов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа. Проект называется «Тысяча дворов». В этом году реализовывается второй проект. В прошлом году мы реализовывали территорию, придомовую территорию дома Погорняцкой, дом 3. В текущем году общественная территория, придомовая, набережная 5, набережная 3. Понятно, это не последний проект. Имеются разработки и уже определенные наработки благоустройства территории на 2024 год. В настоящее время предоставляем необходимые исходные материалы. Опять же, в департамент архитектуры Магаданской области. Вот. И будем участвовать в реализации данного проекта. Общими усилиями мы, опять же, стараемся благоустроить наш город, наш Сусуманский район, непосредственно предоставив все блага не только нам, но и нашим деткам, которые в последующем будут проживать в нашем городе и в нашем районе, да, ну и дальше развивать его. Добрый день. Ну давай, меня... Я с одной стороны, ты с другой. Ура! И слышишь, ура, друзья! Ребята, малыши, карандаши, давайте скажем спасибо дружно за этот подарок нам. Давайте, да? 3, 4, спа! Еще!
Спасибо! И еще разок! Спасибо! Молодцы! Спасибо вам большое! Спасибо вам большое! Спасибо! Ура! Площадку открыли! Готовы? Смотрим на меня! Смотрим на меня! Руки подняли! А музыка громче!